Я считаю, что я, в принципе, отношусь к этому довольно позитивно, если они знают, что они делают. То есть я не могу судить за всех звезд, которые идут в политику, да. У кого-то это удачно получается, у кого-то это получается неудачно. У нас были примеры в истории, когда кинозвезды становились президентами, да, и, по-моему, были очень неплохие даже президенты. А это уже вопрос индивидуальный каждого человека. Если вы мне назовете каких-то звезд, я вам скажу, там, нравится мне он политический или нет. Например, я считаю, что Кличко не нужно было идти в политику, потому что он явно перетренировался немножечко.